Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня предлагаю приготовить очень вкусный десерт под названием магнолия. Этот десерт не требует выпечки, готовится за 10 минут, а съедается моментально. Друзья, не забываем подписываться на мой канал. Впереди вас ждет еще много интересных рецептов. Итак, для этого рецепта нам понадобится молоко. Молоко добавляем муку, крахмал, сырой желток, сахар. Все это перемешиваем, ставим на средний огонь и, помешивая, доводим до кипения. Затем выключаем огонь, снимаем с плиты, добавляем ванильный сахар и перемешиваем миксером. Когда крем полностью остыл, добавляем творожный крем. Затем измельчаем печенье Орео. Берем порционные стаканчики, выкладываем сначала слой печенья, затем крем, тонко порезанные бананы, затем чередуем слой печенья, крема, банан и снова печенье. Ставим в холодильник на пару часов. Через пару часов достаем из холодильника и подаем к столу. Приятного аппетита!